Подмосковье прошедшей ночью накрыл мощный снегопад. Синоптики отмечают, что количество выпавших осадков стало рекордным за последние 28 лет. Чтобы побыстрее ликвидировать снежные завалы, коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы, в том числе и в Ленинском городском округе. По сообщениям представителей МБУ «Дорсервис», сотрудники предприятий и техника начали работу в 5 часов утра. Кроме того, зная, что надвигается обильный снегопад, коммунальщики провели ряд мероприятий, которые были призваны впоследствии облегчить уборку снега. Мы были готовы к этому снегопаду. Мы получили своевременно информацию по метеорологической ситуации. Вот, провели превентивные действия, а именно уборку и просыпку территории реагентом. И сегодня в 5 часов уже техника и люди были на рабочих местах. В настоящий момент на дорогах муниципалитета работает 46 единиц уборочной техники, 23 единицы вспомогательной и более 200 сотрудников МБУ «Дорсервис». Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личном авто и не парковать машины на проезжей части, чтобы не создавать препятствия для работы снегоуборочных машин. В первую очередь мы сосредоточились на социально значимых объектах. Это детские сады, школы, объекты здравоохранения, это здания управления Федеральной налоговой службы, миграционные службы и так далее. МБУ «Дорсервис» обслуживает более 350 километров муниципальных дорог. С 1 декабря вывезено 5000 кубометров снега. Ежегодно же с дорог вывозится около 700 кубов. Основные магистрали и дороги, по сообщению представителя «Дорсервиса», будут убраны к концу дня.